Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Мы повертаем вытраченные гроши. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трен. За окном лето, на календаре осень. И начало учебного года. В преддверии этого в соцсетях и СМИ запестрили материалы с заголовками типа «Водитель, будь осторожен, на дороге дети». И складывается у меня впечатление, что только водители и осторожны на дорогах. То, что увидите дальше, не для слабонервных, предупреждаю сразу. Дальше о том, что происходит с детьми на дорогах по вине взрослых. Да, каждый год одно и то же. Начало учебного года совпадает с всплеском аварийности. Дальше всплеск идет на спад, а в каникулы снова обострение. Дети попадают под машины, иногда, увы, гибнут, чаще получают серьезные травмы. И бдительная общественность в один голос начинает клеймить водителей-убийц, обвиняя их сразу во всех грехах. А как насчет того, чтобы на себя посмотреть? В десятках роликов, блуждающих по интернету, четко видно, что ребенок отнюдь не сам оказывается на проезжей части. О чем думают те родители, которые так себя ведут? Да о чем угодно, только не о безопасности. Результат очевиден. А виноват опять водитель. А на самом деле? Выскажу свое мнение по данному поводу, ибо накипело. Во всех без исключения ДТП, в которых попадают дети-пешеходы, виноваты только их родители. Даже в тех, когда, казалось бы, очевидна вина человека за рулем. Объясняю. Научить ребенка не просто соблюдать ПДД, а следить за собственной безопасностью можно исключительно личным примером. Соблюдать ПДД мало. Переходить дорогу на зеленый сигнал – это правильно и верно, но отнюдь не избавляет от необходимости смотреть по сторонам. Еще ни один светофор никого не убил. А заметить машину, не тормозящую перед зеброй, отнюдь не сложно, просто нужно знать, в какую сторону необходимо смотреть. Если один водитель пешехода пропускает, отнюдь не значит, что и другой пропустит. Ну и так далее. Вложить эти знания в голову подрастающего поколения школа не может. Максимум, что может дать обычная школа, это правила дорожного движения в очень урезанном варианте плюс с ошибками. Пример, пожалуйста, с какой стороны нужно обходить стоящий трамвай? А троллейбус или автобус? Знаете? В школе объясняли, что трамвай спереди, автобус и троллейбус сзади. Только это неверно. Нет такого в ПДД. А что там есть? А пункт 4.10 там есть, в котором сказано перед выходом на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или любых предметов, ограничивающих обзорность, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. И все. Убедился – иди. Не убедился – труп. И с какой бы стороны трамвай не обходил. Вот об этих последствиях и нужно детям рассказывать. И показывать нужно. Детская психика, конечно, нежная и ранимая, вот только лучше ранить ее, чем потом видеть ребенка в инвалидном кресле. И рассказывать и показывать должны родители. Если, конечно, здоровье собственного чада их волнует. На ГАИ надеяться тоже не стоит. Карательная функция ГАИ заточена на внимание к водителям, а не к пешеходам. Ну не видят гаишники пешехода в упор. Профилактическая функция не лучше. 2-3 показушных мероприятия в год и набивший оскомину конкурс юных инспекторов движения. Не более чем красивая картинка. Кто остается? Другие участники движения? Посторонние люди? Между прочим, есть и такое в ПДД. Оказывается, пешеходам запрещается, внимание, допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход на проезжую часть детей дошкольного возраста. Дошкольного, Карл! И родители на что? Да какое дело посторонним до чужого ребенка? Это как раз и есть прямой интерес родителей. А что же родители? Ну, скажу честно, приятно наблюдать, когда молодой папаша держит отпуска за руку и спокойно ждет включения зеленого, не обращая внимания на толпу, ломящуюся через дорогу на красный. Увы, таких пока немного. Гораздо чаще картина совсем другая. Метущийся через многополосную дорогу родитель, волокущий за собой ребенка и надеющийся неизвестно на что. Вот таким нужно точно презервативы бесплатно выдавать, чтоб впредь не размножались. Из наследника ведь вряд ли вырастет законопослушный гражданин на таком-то примере. И как может школа такое исправить? А ГАИ? Ну, в нынешнем виде точно нет. Остается только семья. Ну и общество, наверное. Когда в подобных людей будут тыкать пальцем и презирать, может поменьше станет таких, вымрут. Естественный отбор во всей красе. А водителя, сбившего такого бестолкового, нужно не наказывать, а предоставлять оплаченный отпуск для психологической реабилитации. Как это принято, например, на железной дороге. Там машинистов за сбитого на рельсах отнюдь не карают безжалостно. И убийцей никто не называет. А чем водитель хуже машиниста? А законы у нас такие. И пока в законе не будет четко прописано, что каждый отвечает на дороге только за свои ошибки, ситуация, увы, не поменяется. Ибо стимула нет. А жаль. Дальше об аэродинамике. Недавно я рассказывал об антикрыле, сегодня расскажу о еще одном элементе, который может сильно поменять поведение машины на дороге. И название этого устройства происходит от слова «портить». И что же оно портит?
Слово «спойлер» происходит от английского «spoil» – «гадить», «портить». Что же такое нужно портить в автомобиле, что появилась необходимость в таком элементе аэродинамики? Конечно же, воздушный поток, огибающий машину. Как известно, сопротивление воздуха при движении автомобиля на высоких скоростях отъедает львиную долю мощности двигателя – до 83%. Чтобы уменьшить эту величину, следует обеспечить плавное огибание кузова автомобиля воздушными потоками. Такие плавные, без завихрений потоки называют ламинарными. Однако машина идеальной с точки зрения аэродинамики формы будет иметь ряд недостатков – от неудобного салона до скверной управляемости. А все потому, что в некоторых местах кузова потоки воздуха должны быть не ламинарными, а турбулентными, то есть беспорядочно завихренными. Вот здесь на помощь автоконструкторам и приходят спойлеры, портящие плавные воздушные потоки. Работать они начинают после преодоления скоростного рубежа в 80-85 км в час. Чаще всего в автомобилях используют два вида таких деталей – передний и задний спойлеры. Задача переднего – препятствовать протеканию воздушного потока под днищем машины. Такое препятствие позволяет снизить давление под быстродвижущимся автомобилем, повысив тем самым прижимную силу, действующую на него. В автоспорте это называется граунд-эффект. Благодаря ему высокоскоростные болиды Формулы-1 как бы прилипают к покрытию трассы и могут проходить виражи на очень высоких скоростях. Для обычных машин данный эффект не столь очевиден, однако его влияние на управляемость все же заметно. Ну, понятно, что кроме плюсов у переднего спойлера есть и минусы. Он повышает аэродинамическое сопротивление авто, тем самым повышая расход топлива. А еще передний спойлер, или как его у нас часто называют, юбка, чаще всего страдает от неаккуратной парковки у тротуара, принимая на себя всю тяжесть контакта с бордюрным камнем. Задача заднего спойлера более сложная. При обтекании воздушным потоком кузова за задней частью машины, особенно хэтчбеков, образуется зона разрежения, которая как бы тянет машину назад. Растет расход топлива и количество грязи, оседающей на заднем стекле. Владельцы восьмерок-девяток наверняка хорошо знакомы с этим явлением. Встречается такой эффект и на седанах. Так вот, задний спойлер призван так направить поток воздуха, чтобы максимально отодвинуть эту область разрежения от задней части машины и предотвратить образование завихрений воздуха в месте отрыва потока от поверхности кузова. Часто такую штуку внедряют прямо в металл кузова. Возвышение в задней части крыши той же восьмерки и есть спойлер. Задний спойлер, в отличие от переднего, не повышает, а понижает аэродинамическое сопротивление. Правильно рассчитанный и установленный спойлер может снизить расход топлива на 0,5% и улучшить управляемость. Дополнительный бонус – уменьшается загрязнение заднего стекла на хэтчбеках. Если же, как часто бывает, спойлер прилеплен только для красоты, то эффект будет обратный. Управляемость ухудшится, расход топлива возрастет. Стоит ли таких жертв внешний вид вашего автомобиля, решать только вам. Перефразируя классика, скажу, что в автомобиле все должно быть прекрасно. И дизайн, и техника, и цена. У электромобилей пока проблем именно с последним наблюдаются. С ценой. За что же приходится выкладывать дополнительные деньги? Уже не раз рассказывая о электромобилях в бардачке, я всегда подчеркивал, что технически машины с электроприводом отличаются только этим самым приводом. Все остальное, кузов, салон, подвеска, шины и прочее, у них от обычных авто ничем не отличается, ну или отличается совсем чуть-чуть. Поэтому очевидно, что именно сам электропривод стоит дорого. И самая его дорогая часть – батарея. Выход из строя батареи – та самая страшилка, которая сегодня удерживает многих людей от покупки электромобиля. Поэтому неудивительно, что Nissan Leaf имеет 8-летнюю гарантию на батарею, а Tesla вообще пожизненную. Компания AutoEnterprise, продающая эти машины в Харькове, попросту заменит батарею, если с ней что-то случится. Причем занимает эта процедура совсем немного времени. Десяток болтов, парочка разъемов, и вот уже блок батарей снят с машины. И что ж там такого дорогого? После вскрытия стального кожуха выяснилось, что ниссановский блок содержит в себе 12 ячеек литиевых аккумуляторов, плотно упакованных и снабженных подогревом. Также имеется блок управления, который контролирует заряд-разряд и состояние каждой ячейки. Если одна из них теряет емкость, то на панели приборов загорится контрольный сигнал и добро пожаловать в сервис. Неисправный элемент быстро заменяется, благо на складе компании AutoEnterprise такого добра хватает. Вот с Теслой сложнее. В этом электрическом суперкаре, во-первых, электроники больше, во-вторых, батарея неразборная. То есть меняется целиком. И что интересно, замена батарей по нормативам самой компании Tesla занимает меньше 2 минут. Здесь все продумано, рассчитано на быструю замену. Силовые диагностические разъемы и даже разъемы для жидкостной системы охлаждения. Как в каком-нибудь фонарике. Одну батарейку снял, другую вставил. Вот только весит такая батарейка почти тонну. Кстати, причина проблем с батареей может быть и не в ней самой. Как уже сказано, электроники в Тесле много. Вот
такая байда скрывается под задним сиденьем. Это блок контроля заряда. В модели 85P их даже два. Чуть поменьше модуль силовых цепей. Еще имеется понижающий блок для питания бортовых потребителей от магнитолки до климат-контроля. Ну и сама батарея под защитной оболочкой скрывает еще кое-что помимо 7 с лишним тысяч литиевых аккумуляторов. Аккумуляторы точно такие же, какие используются в ноутбуках, там, электровелосипедах, например, или что-то подобное. Здесь они объединены в 16 секций, которые имеют медные тепловые трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Схема коммутации и контроль аккумуляторов держится в секрете. Пока разгадать его не получается, поэтому китайских батарей для Теслы в продаже нет. А оригинал стоит до 12 тысяч долларов. Ну и неудивительно, что такая деталька заслужила пожизненной гарантии. Да, специально для особо любопытных. Самостоятельно лезть туда не надо. 400 вольт – не шутка. Даже тапочек не останется. Если вдруг что-то не нравится, обращайтесь к профессионалам. В компании Auto Enterprise всегда смогут помочь владельцу электромобиля. После того, как человечество изобрело колесо, появилась новая проблема – как это колесо затормозить. Неожиданные решения данной задачи появляются до сих пор и, похоже, будут появляться еще долго. Особо остро проблема торможения встала с ростом скоростей. Когда в жизнь людей вошел автомобиль, с торможением понадобилось решать срочно. И хоть скорости машин поначалу были небольшие, инженерам было чем заняться. На сегодня самой передовой конструкцией считаются дисковые тормоза, то есть на оси вращения колеса установлен тормозной диск, а при нажатии водителем педали тормоза этот диск зажимается между колодками, покрытыми веществом с высоким коэффициентом трения. Таким образом, тормоза работают, превращая кинетическую энергию вращающегося диска в тепловую за счет трения. Чем больше тепла может рассеять такой механизм, тем эффективнее тормоза. Так, на смену обычным монолитным дискам пришли сначала вентилируемые, затем перфорированные диски. После этого настал черед материалов. В тормозную систему стали широко внедрять керамику, не боящуюся высоких температур. Тормозам стала помогать электроника, оптимизируя давление в системе. Однако на сегодня лучший результат по торможению автомобиля со скоростью 100 км в час заметно превышает 30-метровый рубеж. Преодолеть его можно, только поменяв сам принцип торможения. И здесь история опять пошла по спирали. Конструкторы вспомнили о якоре. О том самом, который издревле используют мореходы. Идея бросать якорь пришла в голову инженерам компании «Автолив», давно пользующейся авторитетом среди автопроизводителей. Они придумали, как можно применить при торможении эффект Торричелли. Напомню, что, проводя опыт с трубкой, наполненной ртутью, он впервые получил вакуум или Торричелливую пустоту. Вот вакуум и использует устройство с названием «Тормоз Торричелли». Под днищем автомобиля закрепляется пластина, соединенная шлангом с производителем компрессора. При активации тормоза пластина прижимается к поверхности дороги, и компрессор из-под нее быстро откачивает воздух. В результате пластина очень плотно прижимается к покрытию и замедляет машину. Причем эффективность такого устройства на 40% выше, чем самые совершенные традиционные тормоза. Качество поверхности вроде как не влияет на сцепление пластины с дорогой, на мокром асфальте или на льду ее эффективность только возрастает. Однако есть и обратная сторона. Такой тормоз можно использовать только на скоростях не более 70 км в час. При превышении этого порога критически возрастают нагрузки на людей в автомобиле. Очень интенсивное отрицательное ускорение. Специалисты планируют использовать тормоз Торричелли как экстренный в городских условиях, где скорости как раз находятся в заданном диапазоне. В дальнейшем, с развитием систем пассивной безопасности, можно будет и расширить диапазон применения таких тормозов. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.